Ну чё вот, привет всем. Сейчас вот находимся возле такого вот элеватора, или что это, завод, не знаю. В таком интереснейшем месте нахожусь. Короче, вот эта стоянка такая. Грузовики стоят у нас. Вот. Целый автопарк, ё-моё. Вот, 120-ка стоит такая. А вот тут вот мы стоим. Не знаю, кто-нибудь узнает это место, нет? Я пока не буду ничего говорить. Ну, в общем, мы тут стоим. Так вот. Тут, короче, инструментарий разложил. Погода просто шепчет. Грех автомобилем не позаниматься, да? Так вот, вчера отмылись. Вот. Вот так вот отмылись мы на мойке. Ну, вроде чистый. Хотя, ой, нам как не помоем, но всегда недовольны будем, короче. Там вон бомбардировщики где-то летают. Уфу, глаза ж. Так, чем будем сейчас заниматься мы? План действий у нас есть такой, да. Короче, вот эту резину надо будет сейчас разбортировать. Вот. И будем ставить вот эту резину. Таня, тут лежит в кузове уже вся приготовленная. Даже диск есть, ёлки-палки, его сразу что. Будем заниматься, значит, резиной, потом смазка, вот, не знаю, сколько это все время у нас займет, но будем посмотреть, короче, да, вот. Так что так вот, такие вот делешеньки, я только там не пойму, там разборка что ли, что-то там. Буйно мосты лежат, кабины, даже FLD-шная кабина, видим, ё-моё. Тут у меня, конечно, перчатки сохнут. Вот. Вчера на мойке был, короче, заодно их тоже отмыли. Шу-шу. Вот там FLD-шная кабина, из-за прицепа виднеется. Вот он. Интересно, конечно же, что там за движуха. Так что так вот, будем заниматься автомобилем. Что будет интересненько, буду снимать. Короче, вот это... Взрывается мусорка, да, несколько раз. О! Все видали. Вот так у нас сжигают, во. А вот тут машина стоит, вот она. Вот уже балвашка одна долетела, да ничего не до нее. Так бухает аж, тушит огонь в бочке. Вот так. Все, наверное, последние были взрывы. Вот так. Это вот вчера, значит, не доделал я колеса, потому что, ну, вот это все собрал, вот эту резину. Вот это вот все нормально. Вот также с той стороны это вот моя все колесики. Одно колесо, в общем, обнаружилась дырочка. Вот это вот, вон там она. Вот сейчас там платка стоит. Вот. Ну и вот тут вот мужичок на стоянке, Володя.
Вот, при помощи вот этого вот газового баллончика, значит, берет, распалил колесо немножко вот этим ножиком, расчистил вот так вот, вот, намазал клеем и латку поставил, и молоточком ее обстучал вот так вот. Вот так вот, Володя, спасибо ему большое. Дело в том, что я как студент, короче, у меня нету, все у братишки, все инструментарии, а у меня, блин, ни хрена нету с собой. А, ну, он уже уехал, Володя, он там вошний белый фредлайнер стоит, вот его вошний спальник только видно. Вот. Вот так вот помог мне. Спасибо ему большое. Колесо теперь будет работать. Так, ну что, вот с резиной закончили. Можно сказать, все одели. Все колесики стоять. Накачаны, закручены. И все нормально. Вот. Все целенькое. Все это теперь заклеено, не спускает. Вот тут все на мази, да. Это еще шприцевание идет за лидолом, литолом. Это вот еще одна проблемка, которая у меня. Все-таки горы, подъемы, спуски. Так просто подъема-то нет, спуски в основном бесследно не проходят. Вот так вот разлетаются накладки. Вот. Слава Богу, Богу слава. У меня тут парочка запаса лежит. Вот. И сейчас мы поставили эти запасные накладки. То есть так-то везде нормальные. Вот одна, значит, подгорела чуть-чуть и рассыпалась. И вот у меня запас лежали, две штуки наклепанные. Как раз они к месту пригодились, короче, как говорится. Да. Сейчас вот их поставили. Ну, все остается барабан поставить. Ну и колеса закрутить. Вот, ну и все. Чики-чики будет, короче говоря. Вот чем мы и занимаемся сейчас. Вот. Ну тут вот коллега тоже рядом встал. Как бы тут вообще-то говорят, что это не его место. Тут как бы место забито, но пока нету того человека, который здесь стоит. Вот этот поставил коллега машину. Как бы так вот. Продолжаем мы заниматься. Уже у нас вечереет. Надо вот успеть все это собрать. Сейчас вот шарик покажу. Вон шарик какой. Вон садится как. И вот так вот очередной день, короче, пришел к концу. Сегодня у нас вот такой вот вечерний вечер, а вон на западе немножко что-то, как будто какие-то облака начинают скучковываться. О, здесь вот хорошее местечко есть, где можно масло поменять, вот сюда вот заехать, вот на это, вот сюда вот, и вот здесь вот можно маслица поменять, ну и так кое-что спереди мотора кое-что сделать, короче говоря. Вот. Ну а у нас вот так вот все. Такие вот мы еще чистые пока. Никуда не трогали, не выезжали. Сидим, ждем у моря погоды, как говорится. Вот так вот. Вот вечер уже все. Все разбежались. Вот тут ребятки тоже занимаются автомобилями. Вот так вот один. Вот там еще один парнишка. Вот так вот. Ну, мы тут, короче говоря. 53-ка стоит. Пятьдесят тройка это. Европа. Опа. Так, вот у нас сегодня
небольшой был этот движуха такая была, типа, короче, про прачечного дня вот такого вот. Постирали шматье. Вот. Вот в этой канистрочке ведро у меня где-то поломалось, мое потерялось. Ну, вот чистая канистра из-под дефа у ребят брал. В ней как бы у нас стиральная машинка была, типа, короче говоря. Вот так вот. Вот здесь сейчас все сохнет. В этом тазике. Тазики, шмазики. Берем его на хату. Ну и вот так вот у нас сегодняшний день прошел. Все в ожидании. Как говорится, у моря погода, да? Еще раз говорю. Ну, погода теплая, конечно же. Вон у нас цыганское солнце в зените, можно сказать. Ух ты, какой красавец. Но не полнолуние, короче. Не полнолуние, в общем. Но далековато. 300... От 300 до 350 тысяч километров до нее, короче. Это так. Так, вот так, вот так. Пойдем чайки, чай гонять, да, телевизор смотреть. Все. Вот так. Сегодня у нас нелетная погода. Вот такая вот туча стоит. Ливень льет небольшой. Вот я решил передние амортизаторы поменять. Короче, прошло около 4 месяцев буквально, как амортизаторы менял. Ну все, они пока холодные работают, нагреваются, перестают бить. Перестают работать, начинают бить, короче, да. Скакать, прыгать начинает, качать. Сейчас поехал, приобрел амортизаторы. Тут сани катались. Вот в один магазин он мне показал. Вот зашел, такие вот, тут вот уже инструментарий разложил. Вот такие амортизаторы производства Пикар. Рикар, Пикар, как он. Такие я еще не ставил. Сейчас посмотрим, как они будут работать. Вот. Так-то вроде нормально. Вот кулочки даже есть в комплекте. Вот такого цвета они интересного. Вот так сейчас. То есть вот такие вот. Странно, почему стоит наклейка типа импорт, короче. Ну, наверное, точно это выпускает Китай для России. Или наши уже тоже умные стали. Фирма зарегистрирована в Санкт-Петербурге, говорят, в России. Вот. В Ленинграде, то есть. А амортизаторы делают, походу, в Китае, наверное, точно. Вот тут я даже не знаю, тут даже он. Аж даже. Ой, по-украински написано. Здесь я по-английски написано. Точно по-украински. Вот. УА. Тут English. А, вот тут Казахстан. О, Казахстан. А России нету, короче, да. Вот так вот. Короче, не знаю, что за амортизаторы, в общем. Сейчас поставим, проверим на ходу, как они будут работать. У меня тут остались поддоны. Выгружу, наверное, вот сюда вот. Сложу здесь. Вот. Съездю в рейс тут небольшой. И будет нам все ништяк, короче, как говорится. Сейчас будем менять амортизаторы. И потом потихоньку-потихоньку выдвигаться в дорожечку. Вот так вот. Такой у нас план действий. Вот. Отдыхали-отдыхали, теперь пора работать. Вот это вот мы все продолжаем сидеть в Хабаровске. Вот, на стоянке у сани. Немножко вот коротаем время, как говорится. Тут у нас вечереет. Вот такой вот гигантский шарик появился у нас. Я его называю цыганское солнце. Это капец. Я даже не знаю,
Не могу даже предположить приблизительно сальто какого размера. Даже вот в камеру видно его, что не там тени. Можешь приблизить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Педали, да? Чем, может там еще зеленых человечков можно увидать? Ой-ой-ой, камера как гуляет. Ничего себе. Вот это приближает. Это еще не до конца, короче, да. Вот такой вот гигантский шарик сегодня у нас на стоянке во всей своей красе. Вот так вот. Интересно, а если приблизить его посерьезнее, что будет? Чтобы не трясла, рука не тряслась. Ну что там кто-нибудь зеленых человечка видит? Ой-ой-ой-ой. Ну как бы так вот оно. Не будем баловаться.